Конечно, проводится. Сезон музея начинается 18 мая и заканчивается 30 сентября. Выходные у нас понедельник и вторник, но, к сожалению, в дождливую погоду мы не работаем. Ну, сегодня нам повезло, солнечно. Покажете? Конечно, мы с вами сможем посмотреть всю итальянскую часть и главные помещения театра. Кстати, пиджак вам пригодится. Хорошо. Дальше вас проводит экскурсовод. Спасибо большое. До свидания. Полуторачасовая экскурсия по дворцу и саду обойдется вам в 350 рублей. Детские и льготные билеты стоят 80 рублей. Но в сад мы обязательно еще заглянем сразу после дворца. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, надевайте тапочки, потому что у нас оригинальный паркет 18 века, который мы бережно храним. От всего декора этого дворца, выстроенного в лучших традициях классицизма, так и веет торжественностью. И еще холодом. За зиму эта неотапливаемая громадина изрядно выстудилась. И только к концу июня здесь должна установиться более-менее приемлемая для прогулок температура. А вот еще одна тайна этого места. Разгадать ее можно лишь при ближайшем рассмотрении. Дворец выстроен полностью из дерева, и действительно, очень много во дворце выполнено из дерева. Это факт. В целях экономии? Нет, что вы, граф ни в коем случае не экономил на дворце. В частности, великолепный пример – вот эти вот колонны. Как вы думаете, с чего они выполнены? Мрамор. Видно же. Нет, но на самом деле только так кажется. В действительности в основе любой из этих колонн легчайшая деревянная конструкция. Дерево? Это да. Из деревянной колонны? Да. Такая была распространенная очень техника итальянская. Стакко или стукко ее по-разному называли. Смысл ее состоял в том, что смешивали мраморную крошку, цветной колор, пигмент, связообразующий там пасту. И вот этим всем обмазывали легчайшую деревянную конструкцию. И по себестоимости это было гораздо дороже, чем если бы установили мраморную колонну. Можно посмотреть поближе? Я правда не верю, что они здесь. Да, конечно. Вот это да! Ну, выдумщики. Узнав такое, уже даже не удивляюсь, что лепнина в этом помещении из папье-маше, а золото и медь не более чем хорошо загримированное дерево. Но оказывается, и само здание сначала строилось совсем без фундамента. На чем оно держалось, непонятно. Разве что на славе театра, как одна большая его декорация. А вот и он сам, театр. Ну вот, мы с вами оказались в композиционном и смысловом центре нашего дворца в театре, ради которого, собственно говоря, все это и строилось, и благодаря которому дворец и прославился. Ну, здесь тоже все сделано из дерева? Ну, практически, да. Дерево было выбрано в качестве основного строительного материала именно за счет своих великолепных акустических свойств. А, то есть здесь идеальная акустика. Сейчас можно что-то спеть и... Да. Ну, давайте попробуем сейчас. Отличная акустика. Жаль, что нельзя посмотреть настоящего представления. Еще в прошлом году здесь можно было стать свидетелем подлинного театрального действа. Сотрудники музея воссоздавали атмосферу той, графской эпохи. Но теперь, это связано с серьезным износом материалов и грядущей реконструкцией, вход сюда закрыт. И в следующий раз после ремонта мы, наверное, увидим уже совсем другой театр. И воздух здесь будет уже не так пахнуть старыми костюмами и гримом 18 века. Впрочем, нам пора на свежий воздух. Впереди еще дворцовый увеселительный сад. Музей-усадьба занимает 10 гектаров и условно делится на восточную и западную части. Мы находимся в центре восточной. Рядом искусственный холм Парнас с небольшой беседкой и храмом. Поговаривают, что холм этот здесь не просто так ради красоты. Видите, сам по себе ландшафт местности довольно ровный. И чтобы граф Николай Шереметьев иногда мог полюбоваться на окрестности и подышать свежим воздухом, как раз и соорудили вот эту возвышенность. Правда, сейчас холм осел, видно с него уже немного, да и подниматься наверх запрещено. В парке, сейчас относящемся к музею, принято неспешно прогуливаться и фантазировать на исторические темы. Но если душа и тело просят простора и движения, можно перебраться в Большой парк Останкино. Однако за ворота усадьбы нам придется выйти. Так что забираем велосипед и продолжаем наш путь в поисках свежего воздуха. В следующей части мы узнаем,